По комнате, где наша комната, я не вижу ее. Паша, что там со временем? Когда будет что? Не знаю. Так, ну это понятно, опыта у топовых просто больше, но и индивидуальности, умений плюс слаженность действий. Так, все, комнату создали. Заходим туда. Окей. Нас, так. Топ будет один в игре. Пишет KBFOE. Такс. Как быстро. Так, равно большая вероятность победы. Ой. Валентин полностью с тобой согласен. Забыли про меня? Хитрые какие. Так, о, что мы тут видим у нас? Они решили взять 2 10-17М. Три спидфайера. И две дошки. А тут 2 410. Я клашкой спид. Так, Валентин пишет. Все члены команды Бастерман входят в топ-20. Так, я понял, гипер решили свою вот эту вот проблемку, то что... О, я вылетел. Так, не страшно. Своим бомбером, то что когда-то они одним не смогли ничего сделать. Думаю, теперь двумя они хотят решить эту проблему. У меня проблема тут сильная. Перезахожу. Причем я сейчас не просто вылетел, я вылетел просто из сервера. Мне сервер кикнул, типа. Типа, ты надоел, иди отсюда. Кажется, все неспроста. Конечно, неспроста. Ни один из них не участвую, это не страшно. Ты летишь на центр. Уже? Неспроста, да. Ну ты уже что, отчет прошел? Да. Ты что, гонишь? Давай, да. Вон он ты. Страшно, я захожу, я вижу. Я сейчас объясню, подождите, пацаны. Я вижу, что я хожу территорию противника. Жух. Все, это хорошо, что ты пришел. Смотрим, значит, тактику. На центр всем стало наплевать. Да. Команда Гипер, значит, захватывает сразу две крайние точки. Вот, тем временем команда Жара не захватила еще ни одну. Все, есть центр. Они все на центре, я так понимаю. Все на центре. Сейчас мы увидим. Они как раз таки сейчас, команда Гипер, летят на центр посмотреть, что же там происходит. Так, почему их там много? И стоит ли с ними разбираться? Может быть, они выдержат тайминг, дабы залететь и просто 10 так, секунд. Так, я смотрю, бомберы ради. Сейчас решают собираться и заходить, да, на смотри, центр. Они рядом скапливаются, скучкуются, короче, и ждут. Входа на центр остается две. Одна. Появление этих защитников. Все, теперь можно действовать и разносить просто людей на центр. Посмотрим, что это получится. Еще раз напомним, это бой за бронзу, за третье место. Вижу, бомберы проходятся, отлично просто проходят так, по точкам. Здесь сорез. Сорез. Да. Центр почти забрали бомберы. Отлично, бомбер прошелся у них. Так, второй у них ушел вообще на другую точку, оказывается. Все, центр есть, центр захватили очень быстро. Бомбер все это сделал. Поразительно. Так. Центр моментально просто отхватили, и сейчас катяются за Маулером на Як-1М и выносят его. Вот так вот, вот тут, оно что происходит. Тут у нас Валентин пишет, подлетает... то, что... Ну, говори, говори. Подлетает Ньюборнелл опять, и тоже сейчас будет отхватывать от всех... Так, Валентин, ну, так. В принципе, вот сейчас это и произошло. И еще Брокки, она на Як-9У очень метко стреляет. Промах 5% из 100%. Это по результатам боя с ними в самом первом туре. Спитан выносил с одного выстрела, через пятого с третьего. Да, Як-9 очень силен своим калибром. Учитывая там экипаж топовый и на него это модули, он очень точный и очень больно бьет. Можно сказать, как Ташка на своем уровне.
и обладает хорошей маневренностью. Так, ну что у нас тут на центре? Тут встречаются Spitfire Kumax, а за ним Spitfire. Точно такой же. Виражится. Сейчас я подойду. Давай, давай, так. Чисто это доходит, сбивает Spitfire, о боже. Так, бомберы тут по точкам. Я так и думал, что в центре будет воевать 3 спита, бомберы будут захватывать другие точки. То есть они будут отвлекать их от бомберов, чтобы они не могли ничего сделать. Хорошая идея. Так. Ну вот и я, Spitfire пятый, Spitfire немецким. Вообще, в принципе, пока что за, за этот последний промежуток времени ничего не изменилось. Как бы центр, они пытаются разбирать. Еще в своем. Такое-то. Вот, все. Вся команда почти уничтожена. Так, там к бомберу прилетели гости, как я вижу. Да, команда Гипер сейчас очень гиперактивно действует. Да, своими бомбардировщиками они могут просто захватывали точек. Даже тайминг выдержали. Что действительно заметно. Вот. Так, хорошо. Да вот, они уничтожают защитников, чтобы бомбер не мог сделать ничего. Бомбер заходит на еще одну точку. Видит, где что не добил. Чтобы на него заходят. Оставляет чуть-чуть хп. У него есть шанс на палатку зайти, но он этого не делает. Он просто улетает. А, не контр-центр. А, нижнюю левую точку никак. Это почему? Они улетают. Так, бомбер, кажется, убился. Да, все, бомбер мертв. А, сейчас будет контрить, значит, Як-1М и Spitfire немецкого. Все, выносит Маулера. И Макс 14 сейчас находится под огнем от вспыльчивого рака. Мне нравится они. Смотри, они захватили четвертую точку, то есть у команды. У команды жара остается одна. Одна территория. Одна. Маленькая закидка. Я думаю, тут сейчас уже будет все ясно, потому что сейчас пока эти 4 мертвы. Трое, точнее. Приказ стример. Сейчас они все кучкуются в центре и не дадут никому сюда зайти. Он опять прилетает и просто сразу же умирает. Так, за бомбером вижу, там тянется кто-то. Ну, за ним летит Spitfire, помогать. Darkpin тут сейчас... Блин, как лоб все походит. Тут... Продамажу чуть-чуть. Ну, здесь, видишь, команда Гипер очень, как бы, очень грамотно дело подходит, довольно-таки спокойно. То есть, у них напряжных моментов, как в предыдущих боях, допустим, да, я не заметил. То есть, очень чётенько отлажено. Оп-оп-оп, там позабирали, короче, вот одну точку отдали, и сейчас идут бой за нее. Так, Кумик Света заходит, сейчас, скажем, шота заберет. Сделал хуже для себя. Так, злой фронт через 2 минуты, но думаю, до него уже тут не дойдет. Да уж, с таким разрывом, тут уже такой грозовой фронт. Так, что мы тут наблюдаем? Все, сбили рака. Так, бомбер там летает, так, кто-то там соло летает. Спитфайеры с спитфайерами крутятся. Дэнчик пытается, да-да. Просто танцы. Но британский маневреннее, чем немецкий. Сейчас немецкий убивает с обвода, я вижу. Так, на этого заходит лапять, чуть-чуть не добирает, чуть-чуть. А если она чуть-чуть не добрала, то тут защитник доберет. Да. Так, а вот это уже начало грозового фронта. Ой, да. Так, тут все уже, тут без шансов. Определен. Гипер забирает первую победу себе в карман. Это первый бой за третье место сейчас. Да, жадный гипер. И не, да, хочет золото давать. Очень уверенно себя показали в нынешней ситуации. И просто остается 10 секунд до победы. Опять вот. И все на этом. Первый бой отыгран еще один. Еще один, возможно, решающий, или же будет ничья. Посмотрим.
Делайте ставки, дамы и господа. Так, ой-ой-ой, это я зря сделал. Нельзя нажимать R, да? Пока игра еще не пропустила. Так, ну... Что это такое? Рез был, да? Поменяли? Ну что за привет-привет? Красиво. Да-да-да, поменяли. Рез. Сейчас делаю плюсики. Плюсики. Вот оно чё. Михалыч, за третье место-то. Так, все, мы уже уехали. Не спросив нас. Классно. Да ладно. Я всегда готов. Так, что у нас? Наш категорец. Посмотрим. Возможно, сейчас команда противников поменяет свою тактику. Как это было с командой Альфы, когда поменяли, тоже один бой вытащили. Да, я помню этот момент. Очень такой... Зачем запустил, спрашивает Пегасус. Кого запустил? Бой. Так, Денчик. Денчик, краш. Выходим на линию соприкосновения. Жду пока... Все выйдут. Что-то так. Произошло не так? Моей команды нету. Ну, видимо, рано запустили. Пегасу же тоже спросил. Я тоже спросил. Так, у меня порт. Жду меня порта. Вот он и что. У меня порт. Все, тоже вышел. Я выхожу. Так, Шерман пишет, надо на форуме ныть, чтобы разрабы сделали интерфейс для соревнований. В этом Шерман, я с тобой согласен, кто будет там ныть? Я слезами делаю, не помогу. Реплей пусть сначала сделают, это тоже верно. Реплеи тут нужны. Или там продолжим. Так, что там происходит-то? Кто-то написал так. Я понял. Вот. Вот, вот что. Вот что. И тех. 1-0 в пользу команды Гипер. Угу. Сейчас либо решающий, либо ничья. Либо ничья. Я тоже готов. Надеюсь, жара готова. Да. Надеюсь, сейчас вылетов не будет. Так, думаю, тут сейчас команды скрестили пальцы. Одни, чтобы победить сейчас, потом еще раз отыграться, а другие, чтобы победить. У кого-то пожухи трясутся. Пальчики и ручки потеют. Не, ручки потеют будет в финале. Бля, там-то вообще обезвоживание идет. Так, смотрим по тактике. Тактика, что у нас? Два направо, два налево, один... Один непонятно куда. Он потерялся. Тоже налево пошел. Центр тоже пока не берет.
Также у них два бомбера. Очень долго Джара работает по ботам, защитникам, чтобы точку забрать. Да, вот это я сейчас тоже заметил, что довольно очень малоэффективный дамаг проходит по тяжелым, по защитникам, по тяжелым стрелкам. Не есть хорошо. У команды Гипер уже две точки, команды Тора пока что. А тут тоже две, тоже две. Вот, но команда Гипер, видишь, насколько раньше захватила свои две. Сейчас будет ожесточенная схватка за центр. Нет, они все идут на другие точки центра, не трогают, смотри. А, да. Так, тут Валентин ответил Шерману, то что ныть, я думаю, не нужно, ведь это не мешает многим парням побеждать. Изменения в интерфейсе ничего не изменят, все равно в равных условиях. Так, да, сейчас, видишь, у них команда вся пойдет, скорее всего, на центр завоевывать. И они думают, что будет то же самое у Джары, но нет. Это идет именно на точки. Забрать все точки, а потом на центр. Надо сейчас проверим. Тактика новенькая. До этого такого не было. Да. Интересно, что тактика. Хочу. Так, я респаунулся опять. Так. Шарман пишет, Валентай, но ты меня не понял. Так, что у нас вот так, все есть, третья точка есть, что у нас там в четвертой, там их даже трое, а там трое было. Еще подбирают, вроде только одного убили, а второго, еще один остался. Еще один, кажется, подбирает. Валентин пишет, а все, что касается Тони, Тони это не то, из-за разряда плохому танцору мишки мешают, так скажем. Мишки? Да, и тут опять пишет, кипипое, Валентин, ты его не понял. Почему под глазами? Под ногами? Так, ну вот, все, есть 4 точки, центр. Сейчас смотрим, что делает у нас команда. Они сгруппировываются сейчас у них на респе. Не знаю зачем. Так, видно, что у них бомберы пошли теперь захватывать другие точки. Валентин, Шерман, возможно, ну... Там уже споры пошли в чате. Так, бомбер и ястреб. Сюда же летит Андрей 40-м и Даркпин ту. Бомбер пытается захватывать, захватить точку самую нижнюю, правую. Центр до сих пор остается за командой Гипер. Так, что у нас Шерман пишет? Я о том, что соревнования такие неудобно проводить. И в кино это зрителю плохо... Все видно. Так, Валентин, ой, Хэби Фойе, так, Тай Фокс Тай. Он про режим спектатора, например, свободку камеры и так далее. Да, он именно это и имел в виду. Так, что у нас там творится пока? Они забрали у нас уже две точки, видимо, пока что тактика не работает у Джары. Или они все-таки сделали что-то неправильно. А Шерман, а режим вот этот вот кино, он не вот это то, что мы сейчас смотрим. Режим кино, он вот такой. Вот тут вообще ничего не видно. Ни врага. Куда стрелять? Просто самолет. И больше ничего. Вот второй самолет увидели. Охренеть. Отражение самолета. Ну, я смотрю, команда Жара сейчас отобрала точку. Да, обратно. Обратно. Сначала они отобрали ее, они обратно. У них проблемы в бомберах. У них бомберы все делают. Так. Да. Як один про спидфайра, все, як один помер от спидфайра тараном. Даркпинту, что у нас делает Даркпинту? Так, они четвером, вчетвером летят на укреп защищать свой от бомбера. Так, надо быстро разбиться. Убиться просто. Так, что мы видим? Так. Атака на бомбера со стороны 410-го. Да, и все остальные команды. Андрей минус. 71. Сюда же летит спидфайр. По нему Андрей почти не попал, можно сказать, вообще не попал. Располовинил его. И он залетает просто практически во всю команду. Да-да-да. Я думаю, что... Все, да, он сразу помер. Сейчас команде надо идти на центр, захватывать центр срочно. Смотри, они три точки захватили, команда Гипер. Ну сейчас смотри, они сейчас, если будут контрить центр, то все на этом. Мне кажется. Так, что у нас там соло? А нет, смотри, сейчас кто-то полетел, двое, уже как минимум два человека, трое. То есть, Мало, значит, верно, я один захватывает их укреп, пока в соло.
А команда идет к нему. И вся команда полетела. Да, они решили сейчас держаться, короче, захватить точки и потом вместе держаться. Но им сейчас нужно захватить больше точек, а не по одной все время вместе летать. Надо больше брать. Потому что пока будете захватить, они вы потеряете ту. Они почти сравнялись, причем даже уже по градусам. Да, вот у них уже 4 точки. Именно сейчас, сейчас нужно менять тактику, срочно жарить. Прямо сейчас. Не, а смотри, они одну еще обратно отплатили. То есть, да, да. У них вот это вот... по очкам разница все меньше и меньше становится. Да, они просто все команды летают по, раз, по одной точке. Буквально там 15 было, сейчас уже 12. Но точку им надо еще одну забрать, уже... иначе это будет поражение. Уже 9. Голубой фронт через 40 секунд. Возможно, сейчас еще это сыграет роль. Но если они сейчас будут просто летать по кругу, точки закладывать. Скорее всего. Они сравнялись. Да, уже сравнение и все есть. А теперь уже у кого реально больше. Хотя бы на одну точку. Все, четвертая точка у них опять. Через 20 секунд. Ну, уже через 15. Ой-ой-ой, Андрей сейчас может помереть от биофайтера. Смотри, практически захват еще одной точечки. А, ну это команда Жара. Все, пытается вернуть свое себе. Оп, кто-то помер, кто-то вот помер. У них здесь Dark Pinto. За командой. Ну, я могу, блин, сказать, что Жара уже проиграла. Последняя точка осталась. Если не произойдет чудо. Крайне маловероятно, что команда Жара сейчас одержит победу. Это все равно очень круто и достойно выглядит. Тут тем более один бот. Вот, к ним уже летит команда, я вижу. Вторую точку они забрали. Все, вся команда к ним, кроме там одного. А, ну это Пегасус. Это разборка. Смотри, так. Просто забирает одного. Да, моментально. Сейчас Андрей забирает. Тоже помрет, он я уже думал, горит. Сейчас Андрея заберут. Так, заходит на Кумакс идет за спидфайера. И что? Ну вот чуть-чуть, он же шот и остался. Да, все, минус. Как-то горит. Улетел. Улетел во свояси. А это же грозовой фронт. Да. Так, у них минус один бомбер всего лишь. Наши же команды минус спидфайер. Ой, я был красный, но я смог зайти. Также 410-й. Я тоже респаунился. Иду умирать. Да, все, осталось двое. У них же там три самолета. Где четвертый, неизвестно. Если даже сейчас они убьют, да, сейчас они убьют вот их троих. Тут хорошо подставился. А, нет, бомбер тут, другого нету. У них один Паша сныкался, на всякий случай. Мигденчик, по сути, пачка. Видишь? Еще один должен быть где-то. Уже совертится вдвоем против одного, но это не помогает. А, вот и подлетает третий. Да. Ну это уже все. Да, победа Гипера, как я и говорил. Поздравляем команду Гипер, занявшую третье место в этом... турнире. Получивший 5000 голды. Поздравляем. Ну вот. Мало, но приятно. У меня даже столько нет. 1000 голды? Ну. Так, я сейчас понимаю, что сейчас будет перерыв 10 минут, да? Да, сейчас будет перерыв 10 минут. И финал. Да, и финал. Бой за первое-второе место.